Посмотрите, что нарисовано вот на этой картине. Правильно, это осень. А я знаю стихотворение про осень. Хотите, я вам его расскажу? Ну тогда слушайте. Осень наступила, высохли цветы, и глядят уныло голые кусты. Тучка небо кроет, солнце не блестит, ветер в поле воет, дождик моросит. Вянет и желтеет травка на лугах, только зеленеет озимь на полях. Воды зашумели быстрого ручья, птички улетели в теплые края. О чем говорится в этом стихотворении? Правильно, о поздней осени. Посмотрите, какая бывает осень. Ранняя осень, правильно. Золотая. Еще какая? Поздняя осень, правильно. А давайте вспомним приметы поздней осени. Так, что бывает поздней осенью? Птицы улетают в теплые края, правильно. Часто идут дожди, пасмурно, холодно на улице. Правильно. Люди одевают теплую одежду, и сапоги, и куртки, и шапки. А с деревьев опадают последние листочки. Так, а написал это стихотворение Алексей Николаевич Плещеев. Посмотрите, вот он какой. Сегодня мы с вами на прогулке. Давайте соберем большие, красивые букеты из разноцветных осенних листьев. Согласны? Хорошо.